Всем привет! Меня зовут Марина Перескокова. Я работаю в IT уже 15 лет, и 10 из них я проработала в Яндексе. Там я прошла путь от стажера-разработчика до руководителя службы разработки. Также я автор книги «Мама, я тимлид», которая вышла в издательстве Alpina Publisher. Мы разработали курс для руководителей в сфере IT, которые только делают первые шаги в роли лидера. Переход от роли специалиста на роль руководителя – важный и сложный момент в карьере. Я на своем опыте знаю, каково начинающему тимлиду сталкиваться с типовыми сложностями и искать решения самостоятельно путем проб и ошибок. Чтобы поддержать вас, я решила создать этот курс. Для него я отобрала самые частые проблемы, с которыми сталкиваются руководители, и за время курса постараюсь поделиться проверенными способами их решить. Также мы разберемся, какие навыки стоит освоить начинающему тимлиду как можно скорее, чтобы стать эффективным руководителем. Для тех, у кого уже есть опыт руководства, курс поможет систематизировать знания и исправить ошибки. На курсе вас ждут 10 модулей. Мы поговорим о карьерном развитии тимлида, о том, как работать с командой, как управлять личным временем. После каждого теоретического модуля будут проверочные тесты. Для тех, кто захочет работать более активно, я подготовила более сложные домашние задания. С их помощью вы сможете попробовать теорию на практике и получить обратную связь от автора курса, то есть от меня. После каждого модуля, посвященного коммуникативным навыкам, мы будем проводить групповые онлайн-тренировки. На них вы отработаете навыки вместе с группой, а я помогу разобрать ошибки. Мы надеемся, что курс получился легким для восприятия, емким и полезным. Если хотите присоединиться, читайте подробности в описании и регистрируйтесь. Увидимся на курсе!